Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад приходить в это учебное заведение, в этот институт, по нескольким причинам. Первое то, что я с большим трепетом хожу по коридорам, по аудиториям этого института, которые, смотрю на портреты, которые несут какой-то колоссальный такой заряд, что просто мурашки бегают, какие люди здесь преподавали, какие люди здесь учились, что такие люди были вообще, да? И действительно, это здесь вот какое-то вот такое ощущение невероятности. А второе то, что я прихожу и с огромной радостью вижу тех людей, которые преподают здесь и которые руководят институтом. Они действительно интереснейшие, глубокие, грамотнейшие, поэтому вам надо перехватывать и ловить все то, что они дают, и это действительно поможет очень в жизни. Но вам уже сказали, что вы вырвались из школы, из этих рамок, сдали эти ужасные три буквы и прошли через это все, и теперь вы попали в такую свободу, в свободу выбора, в свободу жизни, которая... Ну, вам, наверное, многие это уже говорили, но еще раз скажу. Вы знаете, на разных людей она влияет по-разному. Кто-то, наоборот, продвигается вперед и использует ее для пользы, а кто-то, наоборот, просто теряет это время. Поэтому не теряйте это время. Его никогда потом не доверстаешь. Вот тоже думал, что вроде как институт недавно закончил, так когда идут, 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 и понимаешь, о, а не сделал очень-очень многого. Поэтому не теряйте, пожалуйста, его. И еще хотел сказать тем ребятам, которые приехали в наш замечательный город. Ходите, смотрите, дышите им. И вы увидите, что Питер очень разнообразный, очень глубокий и не такой, как на картинках. Он намного интереснее. Так что удачи вам, друзья, вы в замечательном институте, вы в замечательных стенах, вы в замечательных руках. Поэтому счастья и удачи вам. Спасибо.